Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас хочу короткое видео, очень срочное, потому что вчера наблюдался на рынке, на мировых рынках обвал достаточно большой. Нефть упала как никогда. В моменте было, ну, между максимумом и минимумом значение 5 долларов, то есть на 5 долларов упала в моменте нефть. Что это значит? Это значит, что... Да, все индексы акций тоже упали очень здорово, но Америка упала там на 2 с чем-то процентов, на 2% S&P 500 упал, российская биржа упала на 1,8, намного меньше, ну, меньше, чем Америка, это хорошо на самом деле. Вот нефть, посмотрите, что было вчера, максимум был 66,98, вы видите, да? 66,98 максимум был. И давайте посмотрим, какой минимум был. Минимум был 61,75. Больше, чем 5 долларов было падение. Ну, если масштаб сейчас вот изменить немножечко, то вот сейчас мы посмотрим, как это было. Вот, ну, максимум был на открытии, на самом деле, 66,98. Вот здесь был локальный максимум. Вот он, 66,77 максимум, и минимум вот здесь был, он пробил чуть-чуть, 61,75, но тем не менее, разница в 5 долларов с лишним. Что это значит? Это значит, что основной, как бы, наш экспортный товар, нефть марки Brent, очень здорово опустилась. И давайте посмотрим, что сейчас с долларом творится. Вот он, валютный рынок, посмотрите. Помните, недавно, где-то неделю назад, доллар подскочил до, сейчас скажу сколько, 68,19. Потом подскочил до 68,28, ну, так сказать, он продержался. И народ немножечко начал паниковать, стал покупать доллары. Начали ходить слухи, что доллар скоро 100 будет рублей. Я тогда говорил, что, ребята, ну, паниковать-то особо не надо, потому что вот она, вот это подъем. А в сентябре он поднимался аж до 70 с лишним рублей за доллар. Вот. Но что происходит сейчас? Сейчас нефть, посмотрите, вот нефть упала. Нефть упала. Я, к сожалению, вряд ли смогу вывести график недельный, потому что это фьючерсы. Вот, это срочный рынок. А по доллару, пожалуйста, посмотрите, сейчас он находится на локальном минимуме. И если уж вы хотите купить доллар, если вы, кто-то из вас хочет купить доллар, я вам советую сделать прямо сейчас. Купить доллары. Я вам очень серьезно советую прямо сейчас вот. Сегодня купить доллары, если вы еще успеете их купить по более-менее внятной цене. Сейчас я посмотрел, как открылись азиатские рынки. Нефть там растет. Сейчас нефть находится, сейчас я вам покажу, где. Сейчас нефть подросла и находится примерно вот на этом уровне. Вот здесь. То есть идет коррекция. Поэтому... Вот, посмотрите, ленты Боллинджера, вот она доходит до красной линии, до середины, и идет вниз, доходит до середины, идет вниз, отбивается, идет до этой линии, отбивается. Вот последнюю неделю она уже, так сказать, до нельзя упала, медленно подходила к этой линии, была надежда, что она пересечет, потому что куда уж дальше падать, но вот она вдоль этой линии катилась-катилась, и вчера... скатилась снова вниз. Ну да, вот сейчас она вот здесь, вот 63,5, где-то 63,6. Возможно, она подойдет вот сюда за 2 дня, но вот так. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. Спасибо за внимание. Подпишитесь на мой канал, следите за моими видео, а сейчас поставьте лайк, пожалуйста. И поделитесь этим с друзьями, потому что это важно. Сегодня это важно.